Каждый год дети получают травмы разной тяжести. Одна упущенная деталь может привести к большой беде. Это видео поможет проверить дом и выявить травмоопасные места. Проверь, закрыта ли наружная дверь, чист ли коридор, нет ли там мелких предметов, которые ребенок может засунуть в рот. Грязь, монеты, содержимое сумок и карманов. Не оставляй горячие напитки или еду в доступном для ребенка месте. Не рекомендуется стелить скатерть. Ребенок может потянуть за нее и опрокинуть на себя то, что стоит на столе. Обрати внимание, чтобы приготовки ручки сковород и кастрюль были повернуты в сторону или стояли на дальней конфорке. Следи, чтобы ребенок не подходил близко к плите и духовке, когда они горячие. Убедись, что чайник и другие электроприборы и провода от них спрятаны, и до них нельзя дотянуться. Убедись, что такие продукты, как уксус, алкоголь, специи и лекарства, а также острые предметы и спички, находятся в недоступном для ребенка месте. Чтобы эти полки нельзя было открыть, воспользуйся защитой для полок и ручек. Если в семье есть домашнее животное, позаботься о том, чтобы ребенок не мог добраться до его корма и не беспокоил животное во время еды. Чтобы не провоцировать любопытство, не оставляй стулья и другую мебель у подоконника. В гостиной очень много опасных предметов. Убедись, что ребенок не может дотянуться до сувениров, настольных игр и деталей игрушек, батареек из пульта от телевизора или игрушек, принадлежностей для рукоделия, сумок и кошельков, где могут быть монеты, лекарства и другие мелочи. Не оставляй ребенка одного с включенным и горячим утюгом. Проверь, чтобы мебель не стояла около подоконника и была устойчива, а острые углы были защищены. Проверь, нет ли на пути ребенка проводов от ламп и других устройств, не скользит ли коврик. Проверь температуру радиатора и смотри, чтобы ребенок не приближался к включенным обогревателям и системам отопления. Не оставляй ребенка без присмотра в ванной и туалете. Убедись, что моющие средства, капсулы для стирки, косметика, лекарства и другие мелочи стоят на высокой полке или в закрытой коробке. Туалетные блоки – красочная приманка. Они легко снимаются, поэтому их лучше не использовать. Также опасными могут быть бритва, плойка и другие электроприборы. Убери их в недоступное место. В ванной тоже можно упасть, опрокинуть на себя тяжелый предмет и прищемить пальцы дверцей стиральной машины. Поэтому убедись, что все устойчиво и безопасно для ребенка. Прием ванны может испортить очень горячая вода. Сначала налей холодную, а потом разбавь ее горячей. Скользкие поверхности могут быть опасны. Не оставляй ребенка без присмотра. Тихую гавань, спальню, тоже стоит внимательно проверить. Проверь, не стоит ли стол, стулья или детская кроватка рядом с подоконником. Не ставь эту мебель рядом с другими поверхностями, на которые можно забраться. Убедись, что мебель стоит стабильно. А провода ламп и других устройств спрятаны. Не оставляй ребенка в комнате без присмотра. Убедись, что на полках и мебели нет предметов, которые ребенок может засунуть в рот. Подумай, что нужно сделать, чтобы ребенок не опрокинул на себя тяжелые предметы. В гараже или на складе столько интересного.
Убедись, что предметы устойчивы. Находятся на высоких полках или в закрытых коробках. Проверь, устойчива ли мебель, может ли ребенок на нее забраться или опрокинуть на себя. В инструкции по сборке часто есть рекомендация прикрутить мебель к стене. Не оставляй ребенка без присмотра. Проверь, нет ли на балконе вещей, по которым можно забраться. Дверь балкона держи закрытой. Ребенок бывает не только дома, но и у бабушек, дедушек и других родственников. Используй лист для самостоятельной проверки, чтобы убедиться в том, что дом безопасен для ребенка. Беда может случиться мгновенно. Береги себя и других. От беспечности к безопасности.